Вечером 12 марта в деревне Болтино по Осташковскому шоссе произошло возгорание металлического гаража. Рядом стоящий кирпичный дом с мансардой мог пострадать из-за угрозы распространения огня. В результате пожара строение одноэтажного гаража выгорело изнутри по всей площади. Причина пожара – короткое замыкание внутренних электросетей. Пострадавших нету. 13 марта в здании бывшей воинской части по улице Зеленой городского округа Мытищи жители увидели черный густой дым, выходящий из окон первого этажа. Пожарное подразделение прибыло к месту возгорания в кратчайшие сроки. В результате пожара выгорел мусор на первом этаже здания на площади 30 квадратных метров, разобрано межэтажное перекрытие на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нету. В тот же день загорелся деревянный дом в садовом некоммерческом товариществе «Рябинушка» вблизи деревни Сумароково. Огонь охватил здание полностью. В результате пожара выгорел дом одноэтажной площадью 3 на 6 по всей площади. Причина пожара – неисправность печного оборудования. Пострадала женщина, собственница данного строения. Такова сводка пожарной службы за прошедшую неделю. А чтобы количество пожаров снижалось, важно помнить о главных правилах пожарной безопасности. Алла Сталаева, Константин Химичев. Информационная программа «День».